Ты же не против, чувак? Начать хулиганство заложник? Окей. Дети на сок скорости, избегая полицейских до тех пор, пока заложник не заплатит. С радостью. Твою мать. Козлы. Кто-то меня уже подструячил так хорошо. Нет, в топку заложника. Я пошел отсюда. Да в топку заложника. Я хочу спрыгнуть. Я просто хочу спрыгнуть. Здесь я сел в достаточно быструю тачку. Ладно, не в достаточно быструю тачку. Так, мне нужна моя тачка. Где мой? Где мой торч? Везите его сюда, пожалуйста. Я с радостью его приму, как должное. И если ты выйдешь с него быстрее, чем я... Нельзя запрыгнуть, пока ниндзя был в тачке. Это что за... Это что за дискриминация? Теперь вы не порвете мои шины. По крайней мере, пока я этого сам не захочу. Так, стоять, подождите, подождите. Я посмотрю, где этот, где мостик. Где я вообще? Неужели потерял этот мост? Вот это он, да? Так, значит, вперед и до первого поворота налево. До этого поворота налево или до другого поворота налево? Нет, до следующего поворота. Думаю, что это он. Да, это он. Валим отсюда! Тут еще каскадерские прыжки. 63 штуки! Я только первый нашел в конце игры. Офигеть. А вот это, наверное, тоже он, да? А давайте сделаем. Это тоже сделаем. Я снова в запрещенной зоне. Все еще? Кто меня стреляет? Погнали, здесь тоже по лестнице сейчас проедемся. Да, вот еще второй. Здесь нельзя... О, отстой. Да хватит, блин, мартышка сраная опять играет на радио, господи. А, поехали. Что-нибудь выполним, какое-нибудь задание, миссию какую-нибудь. Атаку зомби или все-таки... Давайте сначала с Анхелем поговорим. В топку зомби. Пусть подождут. You. Don't get it twisted, buddy. I'm taking on Killbane. You wouldn't understand living with the shame I have. Then be happy when you see him fall down in a murder brawl. Unless I redeem myself against him, it'll never go away. So you want to step into the ring? Are you even ready for a fight? А, так пофиг, где прыжок? Я думал, что тут есть особые трамплины. А тут, оказывается, просто надо сделать столько прыжков и все. I still need your help to prepare. What do you mean? Meet me at the Three Count Casino and I'll show you. Чё им опять надо от меня? Всем все время от меня что-то надо. Наверное, там хуба-бубу варят. Хуба-буба 5! Если вы знаете эту рекламу, то значит... Вы старпёр, как я. Чёрт, вы старпёр. Старпёры. Так скажите, мама, я старпёр! Мне всего 10 лет, но я старпёр. Ну, скажи, кто это сказал тебе, милок? Это сказал Эллен. И меня будут тогда подадут все мамы мира на меня в суд. И на хубу-бубу еще. Я никогда не видел хубу-бубы. Ну, в смысле, в последнее время что-то не вижу ее хубы-бубы. Но я думаю, что у нее тоже можно в суд подать. Fucking shit. Кто придумал? Вообще, кто дизайнер этих мостов? Зачем делать такие большие дырки? Туда же реально может машина упасть. Нет, спасибо, я сам прибегу к берегу, но... Чё-то как-то... Ладно. Пусть это сделает за меня игра. Всё-таки за неё... Если я за неё взялся, значит, она обязана это за меня сделать. Нет. Я думал, что она через заднее сейчас запрыгнет. Впервые за всю игру. А, нет, обломался. Господи, какое говно ты слушаешь, мужик. Как
человеку сейчас не повезло, которого я сейчас бил. Он так улетел смачно, или это была она? Ну, по крайней мере, я сокращаю популяцию человечества. По крайней мере, нам жить будет лучше в 2013 году. Блин, да сколько можно? Все заставляет и заставляет себя сбив. Ах ты, чё так, чё за хрень сейчас была? Об что я ударился? Ну, блин, вообще цирковая музыка началась. CDPDPDT! CDPDT! Какое там радио было? CDPDT. Давайте. Давайте, покажите мне рестлинг. Покажите мне битву из 100 мужиков. 100 голых мужиков в масле. О, нет. Давайте лучше будем смотреть ролик. Надеюсь, вы не ели масло. Can't steal it back. I need to earn it. All right, how do we do that? We hurt a lot of people. Чёртов маньяк. Хочешь сбивать людей? Тогда инопланетная фиолетовая змея спешит на помощь. Ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту. So, what are we doing, guys? Бьём людей фиолетовой инопланетной змеёй. Знакомь их. Guess I'll take your word for it. Ух ты, это что такое, красненькие гранаты? Ну-ка, лежать. Так, ладно. Парни взяли пулеметы, и я взял что-нибудь еще. А потом, как зарядил им харю, и стало полное харчо. Ячейки написано, уничтожьте. Может, это называется автоматы, ребята, переводчики. Я подумал, что сейчас надо какие-то прорваться в банковское хранилище, брать банковскую ячейку, реально уничтожать ее. Охренеть. Я это хотел сделать со времен Dead Island. О, Dead Island. Dead Rising 2. Господи, как я ненавидел то казино. Как я не видел этих двух близняшек. А тут, понимаешь, близняшки такие прикольные. Ну, одна сразу сдохла. Другая за нас перешла. Можно долбить казино. Просто игра мечты. Если тебе надоел Dead Rising 2, садись, Saints Row. Вот такой вот им надо было слоган придумать. Поэтому игра вот тогда продалась 25 миллионов биржом, потому что все просто ненавидят Dead Rising 2, наверное. Эй, подождите, менеджер, куда ты пошел? Ну-ка, стой. Давай поговорим с тобой. Мне 37, я до сих пор одна. Давай познакомимся. Тут люди меня стреляют. Что с ним? Мне насрать на людей, зачем ты берешь его, взял его в заложники, идиот. Дебилушка. Где? Ну-ка, ломаем плазму. Черт, плазма не ломается. Может, фиолетовая инопланетная змея поможет? Нет. Что-то здесь все из титана сделано. Или из очень дорогой и с очень крепкой пластмассы. Чертов поливинил хлорид, ненавижу. Найти сейф. Вот так, я не знаю, зачем это сделал. Просто так, ради прикола. Клевый сейф, конечно. Там туда бы еще поставили Ладу Гранту. Или Приору. Вообще бы никому нахрен он не сдался бы. Every color, every mark on this mask. Put it on and let's get out of here. Angel de la Muerte is reborn. Я тебя познакомлю с каким-нибудь сумоистом, и как бы капец. И ты перестал быть величайшей угрозой в Сиаруси. Ух ты.
Это зал переговоров? Ах, вы смотрели, как кто-то что-то делает с кем-то еще? Ай-яй-яй, извращенцы. Я анти-изврат привношу в массы. Где я? Подлети, дружок. Они, наверное, бесконечно будут, поэтому я буду сразу уничтожать. Просто поднимусь на второй этаж и буду уничтожать эти чертовы статуи, у которых нету совести. Это был враг? Я пропустил? Дебил. Парни, меня не остановят, даже если вы возьмете в руки Кортни Лав. Хотя мне пофиг на Кортни Лав. Кто такая Кортни Лав? Мне почему-то просто пришло в голову это имя. И все. Я где-то слышал. Наверное, какая-нибудь говенная актриса или певица. Абсолютно ничего не сделаешь я для той сферы, в которой она что-нибудь делает. Стой, 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 дружок. Эй, ну почему у меня опять не работает этот? Так, у меня снова не работает этот. Быстрый шлепок по заднице. Зачем я спрыгнул? Дебил. Ой, господи. Так, стоит дробовик. Нет. Отстань. Нет, не твой день. Не твой день, говорю. Блин, ни хрена себе, как сейчас быстро можно убить. Нет, работает. Видимо, в прошлый раз что-то я не то сделал. Или просто этот человек был занят. Давай, Ангель де ла Муэрте! Наверное, все мексиканцы ходят в таких масках. Эта статуя уже была кем-то немножко поранена или почти уничтожена. Может, я как-то ее задел? Может, здесь работает техника КС, стрелять через стены и надеяться в кого-нибудь попасть? Черт, нахрена я сюда поднялся? Вот же он. Мы только что посмотрели снова под юбку героини. Все равно парней уничтожать. Сдохни ты уже. И ты сдохни. Где еще? Где? Где вот этот красненький? Где? У меня постоянно эти стрелки кружились и показывали вправо. О, господи. Да отстаньте. Нет. Не сегодня, мой друг. Я буду вас зажигательно мочить. Если бы мне еще ничего не мешало. Я что, своего поджег? Печально. Извини, Ангель де ла Муэрте. Черт. Не успел я сообразить. Я снова нажимал, ну и насрать. Нет, 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 нет. А чё этот-то не поджигает? Он просто бегает, что ли? Ох. Видимо, да, видимо, он дебил. О, господи! О, парни, наверное, не интересно с одним сражаться. Давайте двоих сделаем. Когда особенно мой напарник ни хрена не делает, кроме того, как служит мясом. Я ему еще хп отнимаю, нет? Нет, парни. Ой, я, кажется, баг нашел у них. Они не знают, как по лестнице подниматься. Давай, давай, давай.
Ну, естественно, меня в этот момент еще и бьют. Охренеть. Ну, а у меня... смотрите, он меня снял просто половину хп одним ударом. Я ничего не мог сделать в этот момент. Нет, да не в ту сторону беги, дура! О, блин! Охренеть! Кто еще? Еще один, что ли, есть? Все, наконец-то вы кончились. О, нет, вот, вот с этими двумя драться, это как-то, ну, просто геморройно, не весело даже. Ну, и все, никаких роликов после миссии, ничего. О, пошел вон. Мама. Теперь это место является жильем. Ага, здесь вы можете получить доступ к вашему оружию, одеть, бла-бла-бла. Да, крепость, бла-бла-бла. Что там из миссии? Снова две миссии. Смертельная драка XXX1. Магазин, аж целых 5 способностей. Возможностей нет. Это, видимо, просто из-за того, что я крепость захватил, да. Новые машины, изменение банды, лимит трансфера, почасовой доход с района. Деньги. Мани. Чё, что можно купить? Здоровье. Вот, там же восстановление здоровья открылось, да. Исключительно бы все. Это было последнее. Значит, они из-за квадрологии, а не за трилогии. Статистика. Еще целых 5 миссий, друзья. Давайте снова с этим поговорим. Про смертельную драку 31. Я прямо тут оказался, видимо. Даже не дали послушать, что он от меня хочет по телефону. Ну окей. Главное, зрителей нет, а кто-то орет. Himself. You can't help but wonder how the Stillwater Butcher can't compete. I'll tell you, Zach, this psycho is a complete whack job. You know, when he came out of the womb, this guy literally choked out the doctor. Удавил врача пуповиной. Is that fucking sick? Это что-то уже изи... Спайдермен на помощь, блин. Well, there it is, Bobby. The Saints... Receiving no love here. Not at all. It is raining hate down where they are, and of course it is. After what their capo did to Stillwater. Какой-то убогий рестлинг вдруг в духе мексиканского говна. Angel De La Muerte, the second half of a Pale Riders, sometimes regarded as the herald of a walking apocalypse. The youngest wrestler to ever win the Super K-Cup is here in the Steel Fort Arena. History is writing itself tonight, Zach. After his questionable loss to Kilbane years ago, Angel dropped off the face of the earth. If you're a fan of Murder Brawl, this is shaping up to be the best night of the life. Кто из них принимал стероиды, а кто морковку? И главное, куда морковку принимал? Защищайте ринг. Окей. Без оружия, печально. Ну-ка, ребятки. Ну-ка. Ой, я тоже хочу что-нибудь взять. Надувная кукла? Окей. Рефери, давай. Надувная кукла написала. Бочи с сортиром. Теперь можно бочить не только в сортире, но и сортиром. And you gotta wonder if Angel is gonna be able to keep his cool. You know, you're right, Bobby. The last time these two fought, Angel lost his mask to Kilbane. The greatest mark of shame. Теперь акулой. Акула может не только есть, но и пить и бить. Акула. Акула. Ой, обнимашки. Ой, чё он себе... Ой, фу, извращенцы гей.
А где я в это время? Даю автографы. Неужели мне сейчас нам будет матч? О господи, они серьезно? Это же круче, чем зомби мочить. Это явно было неожиданностью для них. Я очень хочу, чтобы когда-нибудь WWE, или там, как называется, да, по-моему, WWE, который еще Фоменко давным-давно переводил. Вот, появилась бензопила когда-нибудь, и кто-нибудь вышел и вот так начал всех мочить. Чтоб не было больше этого цирка. Чтоб в цирке были только клоуны. А все, кто не является клоуном, по кодексу клоунов, получали бензопилу в харе. Пили, пили. Ой, господа, это просто жесть. Где Анхель-то? А вот он. Все. Я ставлю тебе задницу, посмотри на мою толстую задницу и вставай. Она и будет тебя подбадривать. Ага, я так и знал, что придется с ним драться. На! Может, по яйцам ему дать? Нет, 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 нет! Как меня расколбасило-то, а? Там что, мачете? Ракетная бита. Бум, бум. Еее. Я успел нажать. Игра посчитала, что я нажал. Чтобы заставить его двигаться в нужном направлении. А чё... А, блин, другую. Я подумал, что можно в любой угол зайти. Блин, это уже что-то на уровне, не знаю, на уровне феминизма. Да, давай. Я задолбался, мой указательный палец устал тыкать. Пошел вон. Что, нельзя выпрыгнуть? Печально. Да блин, снова мне не дали. Видимо, надо ждать, пока выдадут что-нибудь. Мне было больно. Тильбейн. И писька. Ну-ка, отойди от биты, это мое. И снова я. Просто перфектно. Отжог. Пойдем. Почему у меня джойстик вибрирует? Просто он не перестает вибрировать. Из-за того, что джойстик вибрировал, он меня отвлек. Я не нажал правый триггер. Давайте еще биту. Парнишки, кидай биту. Отстань. Да блин, только... Это будет очень унизительно. Видимо, моральный дух падает после того, как вот этим этой хренью избиваешь. Как вообще можно человека избить дувной куклой, а? Это как, не знаю, это как пенопластом его избить. Или ватой. Да, мне нравится бить людей. Давай. Смотрите, он двумя пальчиками держит. По яйцам дал. Вау. Это круче, чем любой рестлинговый матч, который я когда-либо смотрел. Давай. И снова давай туда. Он когда-нибудь упадет на что-нибудь, там на вилы. Или наступит на грабли. О, кто-то бежит.
entertainment tonight, Bobby. My heart goes out for the cleanup crew on this one, Zach. И что ты прибежал? Дебилы. И чё он стоял? Бум! Не, чё-то это как-то начинает уже надоедать. Всё одинаково. Я просто даже не знаю, что сказать. Интересно, как смотрится, вот в этом случае, как смотрится накачанный мужик до конца, когда мышцы у него при создании персонажа выкручены? Как он смотрится на плечах у этого мужика, у Килбейна? Это, наверное, такой идиотизм. Ух ты, нифига, как она встала, конечно. Посмотрите, как у нее задница перемещается в этих штанах. О, господи. Никогда не надевайте такие штаны. Вы будете так же смешно выглядеть. Кулак апокалипсиса, блин, это как-то снова звучит странно. Чему? А, сорвать маску с Килбейна или... Кулак апокалипсиса. Ха. Что такое кулак апокалипсиса? Пофиг, я хоть всегда хотел это сделать. Smile, Kilbane. We're going nationwide. No! Oh, wow. Что там интересно? А, там ничего интересного. Ну тут же был, по-моему, чисто моральный выбор, по-моему. С редеющими волосами. Лысик. Фиг знает, что за кулак апокалипсиса. Ну и хрен с ним. Меня это просил Анхель де ла Муэрте. Я ему это... Ни хрена себе, какой псих. Нет, ты... Ты урод. While it burns. Так, я сделал, видимо, неправильный выбор. Потому что он сейчас вообще сжечь будет, видимо, нереально. Ну и фиг с ним. Верно, он как-нибудь проявит свое... Свое эго и свою репутацию в финальной миссии. Маска Килбейна тюрьмы... Нет, я не хочу этого носить. Кулак апокалипсиса, по-моему, по-любому какая-нибудь хрень была. Там... Какое-нибудь оружие там. Космодесант вызвать из Вархаммера 40 тысяч. В полном составе. На помощь. Это же по-любому хрень, да? Шмелья драка 31. А. Чё ты стоишь? Давай поборемся. Поборемся. Давай бороться. Бороться. Там еще новое задание, что ли, появилось? Нет, осталось одно только задание. Видимо, после него начнется финальное. Двигайся. Двигайся в помойку. Или с Виолой начнутся вот эти задания про зомби. Баксы. Три каунт казино. Нет, я и так сильно, слишком стильно выгляжу. Я не буду менять одежду. Меня, например, это хорошо продувает. Вон даже юбка закрывает мои достоинства. Так что я не буду этого делать. Зачем?